Всем привет, ребят. Не зря вы видите эту заставку на английском. Я создал аккаунт, на котором я сейчас заберу Вольта и сделаю розыгрыш. Условия я вам сейчас расскажу. Так, давайте вот так вот заберем все. Так, отлично. Ну, хотя бы вспомните, как это сначала строить здание. Точно так же, как и я. Я на этот аккаунт возьму Вольта и его разыграю. Это английский сервер. Я начал здесь уже опять трешевать, как обычно, как и на китайке, потому что на русском скучновато. И решил сделать конкурс для подписчиков. Что вам для этого нужно будет, я сейчас вам расскажу. Только разберусь со всей этой фигней. Вспомним азы, как играть надо в Castle Clash. Так, окей. Да, все, спасибо, ребята. Я это уже все прекрасно знаю за эти пару лет. Так, все равно не отмазались, да? Вот, наконец-то. Так. Три. Бочка. Вот, все, разыграем аккаунт с бочкой. Так. Окей. Поехали. У нас сегодня вот такой вот рынок. Я вам его уже показывал. Точнее, покажу в видосе, который был ранее. И у нас можно получить Вольта, многие именно хотят Вольта, не знаю, да, и в принципе он стоит тут херню. Сейчас я его заберу. И расскажу вам про условия. В принципе, ничего сложного в этом нету. Как обычно, у вас должен быть лайк под видосом, подписка обязательно, также репостик сделан в соцсеть, вы должны оставить коммент под видосиком. Ну, в принципе, кто активно смотрит мои видосы, тот знает, что у меня делается в конкурсах, поэтому тут ничего сложного. Также у вас должна быть подписка на мой инстаграм. Тьфу, ты, говорю, инстаграм, на мою телегу, я в инсте не сижу, на телегу, ссылочка на телегу будет в описании к видосику. Ну, в принципе, я ее закреплю уже в дальнейшем, просто, как вы знаете, сейчас немножко болею, поэтому не могу все успевать, куча дел, и стараюсь для вас пилить еще видосики. Вот, отлично. Так, получить все. Exchange. Есть. Давайте скин используем сначала ради интереса. Так, есть. А теперь Вольта. Блин, ну не дали красиво сделать это все, как обычно. В общем, вот такой вот аккаунт, ребят. Просто зафайлили мне заставку англичане. Что нужно сделать, я вам уже сказал. То есть лайк, подписка на мой канал, репостик. Должно быть у вас все на канале открыто. Также вы должны быть подписаны на телегу. Почему? Потому что я там какой-то день, что сделаю, просто напишу, что конкурс состоялся, и оглашу там победителя. То есть я не буду выбирать его там в онлайне, не буду делать, точнее, я сделаю видос и определю его именно в телеге.
То есть там будет, скажем так, видосик опубликован с победителем. Ну и, соответственно, потом, возможно, попозже я залью его сюда на YouTube-канал. И победитель, который там есть, я с ним спешусь. Не, хуйня, все. В общем, просто, ребят, подписывайтесь нахрен на мою телегу. Не буду я вам делать заумные какие-то хрени. Ну его нахрен. Башка уже не варит. Короче, делайте все по-обычному. Лайк, репост, подписка. Открыто все. Открыто доступ к стене, там, где вы делали репост. Подписывайтесь на Телеграм. На Телеграме сделаю отдельный вон конкурс охрененный, чтобы вы туда все залились просто. И там у меня идут, пока я работаю над ним, там будет топовый канал оповещений, там про стримы, про все остальное, чтобы вы не пропускали конкурсы. Возможно, я буду там делать конкурсы, уйду на Ютубе, будут только уже итоги появляться, посмотрим. Поэтому нет у вас телеги, качайте, будут там отдельные конкурсы. Ну, а мы поехали дальше, будем сейчас ролить на 7К самоцветов. Я не знаю, правда, что мы тут наролим, но хотя бы посмотрим на рандомчик на английском сервере. Так, у нас сегодня коллектор есть как раз. Оля, вдруг повезет. Давайте заберем эти попытки. Несчастные три штучки. Ну, огонь. Сейчас мы ему качнем эту имбу. Смотрите, какой аккаунт сразу же. Просто огонь. Что еще надо? Вот так берешь сразу же. Десятка. 10-10. Просто супер. Даже можно прокачать. Но надо подземки проходить. Вот так вот. Короче, вот такой вот. Просто огонь. Смотрите, что делается. Уже требует имя. Ну, там победитель сам себя берет. То есть я с ним спешусь. Итоги конкурса будут на выходных. То есть сегодня что там у нас уже среда, четверг, пятница, суббота, ну, то есть на выходных я там либо стрим сделаю, либо видосик. Посмотрим по моему состоянию и публикую уже его, либо на стриме выберем. Вроде мне чуть-чуть легче. Так, хватит пиздеть, поехали. 150 кристалл уз, а 450 пейнда, ну пейнда, ну вы поняли, ассаси, вот так вот. Ну как-то вот одни матерные герои здесь на английском. Ну есть имба герой, теперь рыцарь, чем поздравляю будущего владельца аккаунта. Даже ниндзя у тебя уже будет, огонь. Еще один рыцарь. Ну, это просто топовый аккаунт будущий, поэтому не знаю, что он захочет с ним делать. Ара, неплохо. Ну что, дашь еще одну имбу? Английский рандом. Ну, Пикси. Огонь просто. Вот так вот, короче, я слил в никуда сам ему. Ну, надеюсь, он не обидится, потому что он еще не знает этого. Будет он и не он. Так, открываем. Ничего себе, у нас не хватает места. Охренеть. Дожились. Короче, я вам скажу, ребят, сервак реально очень прикольный. Кто играет с донатом, за умеренный донат можете здесь смело начинать трэшевать. Бум-бум-бум. Еще и 50 осколков ахат. Ахатмы, махатмы, мохнатки, короче, вот так вот. В принципе, вроде все забрал. Сейчас пооткрываю еще этих. Сделаем красивый фон. Вот, в общем, ребят, там он или там, хрен его знает где. Условия вы знаете, я вам все уже рассказал, поэтому все зависит от вас. На выходных я его разыграю. Решил сделать такого вольта здесь. Неважно, сколько он там стоит, дорого, дешево.
Многие его хотят, возможно, кто-то начнет здесь играть, возможно, заведет твинка, даже продаст, это уже его проблемы. Моя задача сделать человеку приятно хоть на мгновение. Вот так вот. Все, пишите комменты, подписывайтесь, репостики, все дела, вы знаете, что делаешь, ждите конкурса в остальных. Немножко оклемаюсь и будем дальше трешевать. Скоро обнова, поэтому будет куча топового контента. А сейчас мы еще зайдем. Может, мы что-то здесь выбили. Да, мы что-то... О, ни херна себе, еще один как кулаков подгон сделали. Просто охренеть. Ну, поздравляю. В общем, вот так вот. Все, всем удачи в конкурсе, всем пока.